прекрасно. И лицо, и одежда, и душа, и мысли. Часто вижу я прекрасное лицо и такую одежду, что дух захватывает от восторга. Но душа и мысли, боже мой, в красивой оболочке иногда прячется душа такая черная, что не затрешь ее никакими белилами. Получилось совершенно неожиданно. В разговорах, как говорится, за кулисами с режиссером Наташей Старковой разговаривали о Чехове. И как-то вот сказал, что хотелось бы сыграть что-то чеховское, но потом говорю, вообще лучше бы самого Чехова. Ну так, и вот оно само так вылилось. Когда я теперь вспоминаю свое детство, оно представляется мне довольно мрачным. Религии у меня теперь нет. Человек должен быть верующим или должен искать веры. Иначе жизнь его пуста, пуста. Антон Павлович Чехов. Это мой Чехов. Это есть такая фраза, что у каждого есть свой Чехов. Да там только рассказов 13 штук. Сам Антон Павлович и его персонажи, которые на сцене, они все разговаривают только словами Антона Павловича. И вот она придумала эту структуру, чтобы показать Чехова, которого не какого-то картонного, который привыкли на портретах и так далее, а чтобы он какой-то живой был. В моем участке 25 деревень, 4 фабрики, 1 монастырь. Утром приемка больных, потом разъезды. Ешу, читаю лекции, лечусь, сержусь. Поскольку земство не дало мне на обустройство пунктов ни копейки, клянчу у богатых людей. Я оказался превосходным нищим. Просто представьте, сколько это людей у него было на участке, как доктор даже хотя бы, что он делал. Но с большим уважением к Антону Павловичу, к его работе, к нему как личности, на сцене всего 13 человек. И они играют большое количество ролей. Мне повезло. Я играю одну роль, я играю черта. Уже люди стали хитрее нас. Ну как я могу учить вас украсть рубль, когда вы уже без моей помощи тысячи цапнули, а? Мне надо всего лишь сыграть беса, который есть в каждом человеке. Короче, самолюбие и самомнение у нас европейские, развитие и поступки азиатские. Да и в конце концов никакая литература не может своим цинизмом перещеголять действительную жизнь. Антон Павловичу в следующем году 160 лет со дня рождения. И, конечно, это, ну, я не знаю, как ему подарок, но, наверное, мы себе делаем подарок. Сейчас дети не знают рассказ Ванька Жуков, который знали мы в свое время. Чтобы они познакомились с Антоном Павловичем, с автором маленьких рассказов. Это то, чего вот мне было интересно передать. Что мне помогло? Я просто люблю Чехова. Вот это сама любовь к Чехову помогла.